Второй и третий президенты Армении, военные преступники Роберт Кочарян и Серж Саргсян, отказали первому главе армянского государства Левону Терпетросяну в создании совместного блока для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на ТАСС, сообщили офисы Кочаряна и Саргсяна на своих страницах Facebook. Что касается совместного участия в выборах, то мы уже сообщали, что выбрали другой формат участия, о котором сообщим в ближайшем будущем, сказано в сообщении офиса Кочаряна. В свою очередь, команда Саргсяна выразила недоумение обращением первого президента без предварительного уведомления сторон. Что касается участия в выборах, то республиканская партия, возглавляемая третьим президентом, уже обнародовала свое решение по формату и участию в выборах. Позиция Сержа Саргсяна: в сложившейся ситуации для решения проблем необходимо выработать стратегию, нацеленную на результат, и поэтому борьба с властью капитулянтов может осуществляться различными форматами, говорится в сообщении офиса Саргсяна. Ранее в среду первый президент Армении, лидер партии Армянский национальный конгресс Левон Терпетросян предложил бывшим главам республики участвовать в досрочных парламентских выборах единым блоком, который мог бы называться «Союз национального согласия».